Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами будем готовить компот, но он не совсем обычный. Это скорее компот из того, что нашлось в холодильнике. Нам понадобится свежее яблоко. Если у вас есть два яблока, замечательно, у меня было только одно, поэтому взяла его. Еще у меня нашлись остатки сушеных яблок. Мы делали их сами летом, и они отлично подходят для компота. И еще у меня есть вот такой вот волшебный пакетик, в котором хранятся остатки от яблок. Например, когда я готовлю яблочный пирог, серединку я не выкидываю, которая остается, складываю ее в пакет для заморозки, убираю, и потом как раз вот эти вот остатки отправляю на компот. Я обычно говорю, что это компот из огрызков. Это, конечно, не совсем так. Кроме яблок, у меня остаются всякие фрукты и ягоды. Их я тоже складываю в пакет для заморозки и потом тоже использую для компота. Вот здесь, например, лимон и остатки сливы. Пару лимонов, я думаю, можно добавить в сегодняшний яблочный компот. Сначала мы с вами берем свежее яблоко и нарезаем его на дольки. Нарезанное яблоко отправляем в кастрюлю, и вот эту вот серединку, которая у нас осталась, тоже отправляем туда. Зачем пропадать яблоком, если они в компоте получаются очень вкусными? Сюда же отправляем и сушеные яблоки, и яблочные остатки из морозилки. Добавляем немного сахара и заливаем фильтрованной водой. Вот такая интересная кастрюля у нас получается. Мы ставим ее на плиту, варим до закипания и потом еще примерно минут 10-15 при очень слабом огне. У меня, кстати, стеклянная кастрюля и газовая плита. И поэтому, когда я готовлю в ней, то использую вот такой вот рассекатель пламени. Компот у нас кипит, мы даем ему покипеть на слабом огне примерно минут 10, потом выключаем, накрываем крышкой и даем настояться, ну хотя бы полчасика. Так он будет еще вкуснее.